Що ж, дорогі друзі, ми повертаємося до студії і на продовжує робити собі манікюр, ну а ми продовжуємо говорити на тему Різдва. І до нас сьогодні завітав наступний наш гість, це Едмунд Рудницький, організатор міжконфесійного різдвяного концерту. Вітаю вас, дякую, що завітали сьогодні зранку до студії. І так, рождественський концерт, от міжконфесійний, да, це вперше, я так розумію, він проводиться? Я думаю, где-то лет 5 или 6 назад ми делали це в ДК судостроителей. И... Но вот было такое затишье, да, по времени? Да, да. Это непростое дело собрать представителей разных конфессий для того, чтобы они вместе могли провести подобное мероприятие. Ну вот в этом году у нас удалось, правда, нам не удалось успеть арендовать ДК судостроителей, уже было занято. Поэтому в этом году где будет проходить? Да, мы, это будет проходить, нам предоставили любезно наши христиане, друзья, в Лисках на Бутоме 1 есть храм Вифания, церкви Вифания, и там прекрасные условия, правда, территориально немножко неудобно, но, к сожалению, другие большие залы были заняты. Смотрите, по времени, когда будет проходить концерт? Воскресенье 27 декабря в 17:00. Бутоме 1, храм церкви Вифания. Это самое приемлемое время, удобное, удачное для всех участников, я думаю, для жителей города, которые захотят посетить это. Да. Конечно, ждет концерт. Смотрите, как вообще вот родилась такая идея вот именно сделать между конфессиями вот такой концерт? Я думаю, нет ничего необычного в такой идее, если христиане, которые верят в одного Бога, у них одни ценности практически, одни корни, они братья, в конце концов, и сестры, и поэтому, естественно, время от времени возникает тема единства церквей. Вы знаете, для нашей страны это особенно актуально. Да, для нашей страны это особенно актуально. Но вроде бы нет тяжелее проблемы для решения, чем тема единства. Ну вот мы пытаемся в городе Николаевск, кстати, старая традиция, где-то, наверное, лет 15 уже существует такое межконфессиональное общение служителей, которые проводят время вместе, общаются, пытаются что-то сделать. Не всегда удается собирать всех участников. Иногда там какая-то часть не поддерживает то или иное мероприятие. Ну вот рождественский концерт в этом году согласились поддержать все евангельские протестантские церкви, католические, у нас две общины. Вот, даст Бог, на следующий год, возможно, удастся договориться с православными церквями, которые... поддержат. То есть планы на следующие года – это объединение побольше, побольше, да, уже? Да. Ну, я хочу сказать, общение главное, важное общение между верующими людьми. По моему убеждению, беды нашей страны, они, так сказать, заложены в разделении церкви в нашей стране. И не в умении общаться еще. Да. Да. Общество разделено, потому что церковь разделена. Я уверен, что при... единстве, согласии церквей наше общество исцелится. Это мое глубокое убеждение. Поэтому мы будем стараться в мере наших сил делать вот такие вот шаги, усилия для того, чтобы... объединять и примирять, скажем так, да? Да. Смотрите, я знаю также, что вы активно проводите деятельность в плане концертов, потому что проходил и марш на Советской, и концерт летом проводили. Эти, скажем так, концерты будут традиционными или это просто единоразовые акции, как планируете в дальнейшем? Мы хотим сделать традиционными. Вот, кстати, по результатам концерта в июне организовалось такое молодежное общение, куда входят молодежь из христианских общин, молодежь, которая никуда в этом отношении не принадлежит, и есть постоянные еженедельные там различные мероприятия, то у них квест, то клуб интеллектуального кино. Я верю, что эта платформа, она очень
перспективное для единства, для согласия и, наверное, для какой-то социальной стабильности в городе. В действительности у молодежи не так уж много, скажем так, полезных занятий в современное время. И мест для спорта. Да, и мест для общения. Мы видим в этом перспективу. Я думаю, мы будем прилагать усилия. Это тоже находит поддержку многих христианских общин, потому что мы молимся и мы заботимся о благосостоянии города, о мире в городе, о единстве. Понимая прекрасно, что есть много разделений и на политическом уровне, и в социальном, и даже в религиозном, городу нужно единство людей, церквей, взаимопонимание, согласие. Это не какая-то унификация, это богатство в разнообразии. Да, это такая, как сегодня говорили, синергия различных способностей и традиций, и культур. В действительности, вот это вот разнообразие во всех сферах – это богатство. Если приложить усилия, чтобы это не служило к разделению. Смотрите, еще по поводу концертов, вот как бы с участниками концертов, которые и маршев, которые проходили уже, мы знакомы, а вот концерт, который будет проходить, кто будет участвовать в нем еще, кроме... Схема очень простая. У нас есть большие конфессии в городе, и есть, скажем так, определенное количество церквей и общин, которые к этим конфессиям принадлежат. Поэтому мы согласились, что конфессии будут готовить рождественскую музыкальную программу, приблизительно 20 минут на каждую, и где лидер конфессии будет поздравлять, потом будет какой-то музыкальный номер, несколько номеров, песни, хоровое пение, там, группы, сольное, возможно, будут стихи. Но я повторяю, самое важное – это согласие лидеров различных конфессий прийти и поздравить, и открыть людям, может быть, обновить удивительное значение Рождества, как надежда, рождающейся надежды для людей, особенно в это время. Да, действительно. Ну что ж, я хочу также напомнить нашим телезрителям еще раз, что 27 декабря в 17:00 Бутомы 1 по адресу можно прийти, посмотреть на концерт, поучаствовать. Да, приглашаем, будем рады каждому гостю, каждому человеку. Я уверен, что каждый сможет получить для тебя огромный заряд надежды, радости, уверенности, стабильности, мира. Будем рады встретиться. Это да, спасибо вам, конечно, за то, что пришли.